Ну что, любимый, ты уже на месте? Ты в мастерской? Да, дорогая. Только зашел в его кабинет. Отлично. А ты уверен, что хочешь забрать его вещи? Да, я хочу, чтобы хоть что-то напоминало о нем. У меня ведь даже нет его фотографии. Хорошо, позвони мне, как соберешь все, и поедешь домой. Обязательно, любимая. Думаю, я здесь ненадолго. Я только заберу вещи и сразу домой. Давно я здесь не был. В детстве я проводил здесь много времени. Надеюсь, полиция ничего не заметит.
Интересно, почему отец наблюдал за этим человеком? Кажется, все вещи собраны. Можно ехать домой. Черт. Надеюсь, это была не одна из тех вас, которой больше сотни лет. Поддается. Это какая-то шутка? Странно. Дверь была открыта, когда я пришел. Мне показалось, или что-то врезалось в окно? Ты уже собрал вещи? Да, но кто-то решил подшутить и запер входную дверь. Стой, а разве у тебя нет ключа?
Нет. Когда профессор Яновский пригласил меня забрать вещи, он сказал, что дверь будет открыта. Что? Ты шутишь, да? Яновский умер 2 года назад. Алло? Алло? Вот черт. Тогда кто пригласил меня сюда? Отец не мог просто оставить это на полу. Кажется, я видел кусачки в кабинете отца. Заклинило. Черт, сколько лет прошло, а мяч до сих пор не сдулся.
чертова ворона. Обычно на чердаке живут голуби. Не поддается. Странно, в здании же никого не было. Нет пленки.
понятно, почему отец не любил фотографироваться. Что-то преследовало его с самого детства. И на одной из фотографий я видел знакомую картину. Куда он пропал?
Спокойно. Это всего лишь разыгралось воображение. Кажется, я видел детские вещи отца на чердаке.
Что за... Где я? Кажется, я узнаю это место. Вроде бы это квартира, в которой вырос мой отец, но... Как я сюда попал? Не поддается. Это мой отец. Он хочет выяснить, что прокляло нашу семью. Существует некий эффект Манделы. Люди почему-то думают, что там говорилось «объединяйтесь». Клетка с каким-то странным механизмом. Интересно, для чего он? Oh,
Черт, надо заменить лампочку, иначе в темноте я ничего не найду. Похоже, что сегодня 12 марта 57-го. Не поддаю. Я не знаю комбинацию. Не поддается.
Что? Откуда здесь взялась кровь? Нужно узнать, что за этой дверью. Эй, вы меня слышите? Кто там? Николай Сергеевич, вы опять за свое? Уже ночь на дворе, хватит шуметь! Я его внук! Пожалуйста, вызовите полицию! Я не знаю, как я тут оказался! Какая полиция? Совсем из ума выжил. Я вас предупредила. Постойте! Мне нужна ваша помощь! Черт, похоже, выбило щиток в подъезде. Что за... Кто здесь?
Видимо, это и есть щиток. Нужно вернуть свет в квартиру. Нужно как-то снять замок с щитка, иначе мне не включить свет. Не поддается.
не поддается. Не поддается. Не поддается. Не поддается. Не поддается. Черт! Надо бежать! Не поддается. Не поддается. Не поддается. Не поддается.
Я не знаю комбинацию. Замок слишком большой, я не смогу перекусить его. Не поддается.
Что со мной? Похоже на огромную лужу чернил. Похоже на огромную лужу чернил. Не поддается. Похоже на огромную лужу чернил.
отец был здесь. Возможно, он оставлял подсказки, как в той сказке про хлебные крошки. Нужно изучить предмет с помощью кольца. Там впереди у дерева что-то есть. Возможно, я смогу перерезать это чем-то острым. Только песчаной бури мне не хватало!
заклинило. Видимо, это доска отца. Он тоже пытался разобраться во всем. Thank you.
поддается. Как они забросили сено так высоко?
не поддается. Работал здесь всю жизнь. Что? Кто написал заявление? Я хочу знать, кто. Как они могли? Что нам теперь делать? Я что-нибудь придумаю. Я не знаю комбинацию. Возможно, мне нужно вернуться сюда позже, когда я найду нужный предмет. Картина не дорисована, не хватает краски.
Картина не дорисована. Не хватает краски. Интересно, угадал ли я с цветом? Что там? Скоро узнаешь, сынок. Ты уже расплатился за него? Не совсем. Ты же знаешь, у меня на работе трудности. Картина не дорисована. Не хватает краски.
Интересно, угадал ли я с цветом? Здесь стоит стойкий запах серы.
не поддается. Не поддается. Я не знаю комбинацию.
ты здесь делаешь? Подойди поближе, внучек. Я готовлю салат. Как в мастерской отца. Покончить с этим. Надо найти топор. Давай сыграем в игру.
Нет пленки. Нет пленки. Отец? Что ты тут делаешь? Тебя не должно быть здесь, сын мой. Кольцо привело меня сюда. Я хочу понять, что произошло. Тебе придется разобраться во всем самому. А сейчас дай мне просто порисовать. Здесь какие-то постаменты у картин. Не поддается. Не поддается. Не поддается.
не поддается. Не поддается. Возможно, я смогу перерезать это чем-то острым. Ступился, но они не дали мне второго шанса.
Я оступился, но они не дали мне второго шанса. Thank you.
Дети не должны расплачиваться за грехи отцов. Мы жили дружно все эти годы. Дети не должны расплачиваться за грехи отцов. Мне кажется, сюда я больше не вернусь. Нужно осмотреться в последний раз.
больше ты никому не навредишь. Никогда. Интересно, сколько я пролежал тут? Уже ночь на дворе. Алло? Больше ты никому не навредишь. Никогда. Интересно, сколько я пролежал тут? Уже ночь на дворе.
не поддается. Алло? Наконец-то. Где тебя носило? Я чуть с ума не сошла. Все хорошо, не переживай. Мне тебе нужно столько рассказать.